Я вернулся, я проснулся. Теперь не будет больше грустно слушать рок на русском. Встречайте, отвечайте, готовьте свой отчет перед хип-хоп начальством. Как обычно под утро выхожу из клуба. Под мышкой тёлка, у которой губы надуты. И сиськи тоже похожи, у нее надуты. И еду ей вдувать, ну что не круто, а? У Элла Сала быть не может прокола. Сегодня в ударе снова тому причина виски и кола. Шик, держи краба, мужик. Элла Сала точит не лясы, а ножи. А ножи он точит на тех, кто был не очень почтителен в речах, движениях, взглядах и прочее. Позабыли, кто отец, кто поет и кормит. Я все тот еще наглец и в хорошей форме. Ростом 1,90 м вместе с перцем весом. Я с тяжеловеса с цепью и песню. Шик, я как раз тот мужик, что точит остро не лясы, а ножи. Я вернулся, я проснулся. Теперь не будет больше грустно слушать рок на русском. Встречайте, отвечайте, готовьте свой отчет перед хип-хоп начальством. Я вернулся, я проснулся. Теперь не будет больше грустно слушать рок на русском. Встречайте, отвечайте, готовьте свой отчет перед хип-хоп начальством. На вечерину пригласили меня тут как-то. Все всерьез как надо, рэперы на сцене, батлы. Все оценивали рифмы, мастерство фристайла. Я тем временем был занят женским полом в зале. Не потому что мне совсем стало неинтересно. Просто выпил и другие появились мысли. Шик, меня поймет лишь мужик. Элла Сала точит не лясы, а ножи. Теперь задам один вопрос простой. Ну-ка, кто была моя собака? Сука! Так вот, расклад такой, тут она вернулась, а я тем временем уже с другой тусуюсь. Согласитесь, что это не единичный случай, просто слабость имею к манерам случаям. Шик, ну так кто здесь мужик? Кто точит остро не лясы, а ножи? Тут у меня спросили, где твое соло, Эл? Мол, не видно на ТВ ни альбома нового, и где я был последний?